Всем доброе время суток, с вами канал Воха 54 и я Владимир. Сегодня мы сделаем апгрейд ленточной пиле GIB BS12. Все вы уже ее видели. И сегодня мы сделаем подъемный механизм для сбрасывания натяжения ленты. Механизм здесь простой, абсолютно. А нам это и надо. Вот такая вот пружина и квадрат. Вот такой вот болт. И пружина входит в болт и квадратом фиксируется. Вот. И квадрат входит вот здесь вот в потае для этого квадрата. И таким образом создается натяжение ленты. Все очень просто. Вот. Чтобы это сделать, снимаем вот этот болт. На нем будет вот такая, вот такой вот барашек. Сложнее будет сбить вот этот барашек, чем сделать весь этот механизм. Потом на этом болту прессована на горячую вот такая вот втулка с такими рисками, то есть шлицы для вот этого барашка. Его придется высверлить, там увидите. И этот шкворень проходит насквозь вот эту втулку и вот этот болт. И таким образом фиксируется. То есть оттуда его никак не вытащишь. Пришлось высверлить и в наглую сбить его. Тут тоже шлицы есть. И все. Самое главное — отсоединить вот этот барашек. Потом сверлышком на 4 мм сверлим отверстие вот в этой риске, то есть шлиц, который был. И в нем сверлим на сквозное отверстие. Таким образом, она уже готова. Этот болт готов для дальнейшей модернизации. Ничего не надо менять, ничего наваривать. После того, как болт подготовили, то есть просверлили просто одно отверстие, можно подложить вот такую шайбу. Но она немного люфтит. Но этот люфт ни на что не влияет. Я сделал другую шайбу, такую квадратную, то есть поплотнее к болту, чтобы не было люфта. Ну, она и шайба тоже работает, я уже проверял, как бы все нормально. Только единственное, маленько вот так вот болт отклоняется. И все, кладем наверх эту шайбу и опускаем туда болт. Вот. Потом берем квадрат с пружинкой и аккуратненько туда заводим. Это делать надо осторожно, потому что там пустота, и квадрат, если туда упадет, придется его магнитом оттуда вылавливать. Приподнимаем и вставляем. Ах ты. Вот и все установлено. Вот так вот это все выглядит. То есть ничего здесь не меняется. Только сверлится одно отверстие. Вот в этой вот посаженной втулке на горячую. И таким образом все, основа готова. Можно собрать ее на место. Делать это буквально 5 минут. И подтягиваем ее. То есть вот все уже, лента натянута. И основа заложена. И теперь надо просто сделать ручку. Ручка делается с простого квадрата 25 на 25. То есть вырезается вот так вот проушина. Делаются вот такие ушки. И сверлится отверстие где-то примерно вот на этом расстоянии, где у нас отверстие было. Вот. Вот так укладывается и размечается отверстие. И все. Потом берется болтик 5 мм. И накладывается вот так вот. И вставляется. Вот и все. И натяжной механизм готов.
Вот лента сейчас отпущена. На верхней точке натягиваем ленту. Настраиваем ее сколько надо. Вот она натянута сейчас. И все. И таким образом вот так вот квадрат стоит этот. Потом лента натянута, все работает. Потом отработали день, просто вот так вот сбросили ее, и все. И лента свободна. Видите, она даже подошла абсолютно свободная. А когда надо натянуть, вот она уже, видите, отходит от стены и натягивается. Таким образом этот механизм работает. Сейчас лента натянута. Когда день отработали, сбросили, и вот она, лента уже все, она свободна. Но она сделана так, чтобы она с колес не слетала. То есть, если с колес она сюда свистнет маленько, можно натянуть, включить, и она слетит. Поэтому вот этот момент тоже надо проглядывать. Вот. Вот так вот натянули, все. Готово. Закрываем ее. Вот сейчас лента натянута. Все работает. Все прекрасно работает. Вот таким методом можно сделать механизм натяжения на этой ленточной пиле GIB BS-12. Есть тут еще один момент. Вот на этот барашек надо поставить еще одну гайку, чтобы фиксировать расстояние натяжения, это отклонение колеса. Тут был такой механизм, что к самому каркасу контрагаялось, а нам надо, чтобы вот это место работало. Поэтому регулируем, какой надо наклон колеса, и контрагаем в этом положении. И таким образом барашек начинает, вот видите, я ручкой шевелю, и он у нас тут ходит вверх, вниз. После того, как все, ручка установилась, ставим шайбочки с двух сторон и контрагаем двумя гайками. И все, на этом механизм готов. Буквально занял этот процесс 30 минут. Идею подхватил на канале. Ссылочку на этот канал и на это видео оставлю под этим видео. Ну а на этом все. Всем удачи. До встречи.